Очень часто вместо плова в нашей северной стране, блядь, люди делают такое, что цензурного названия нихуя, блядь, не имеет. Без зиры, блядь, и шафрана, и сноха по Барбарисе. Думая, что можжевельник – это что-то типа елки, только нахуй по-ирландски. Из хуевейшего риса с кубиками, блядь, бульона варят месиво в кастрюлях, заливают так кетчуп. И потом сидят, гордятся и знакомых угощают этим ебаным говном, блядь, охуевшие придурки. Кстати, так же с шашлыками, когда мелкие кусочки с помидорами и луком, нихуя не замочивший, долго держат над кострами, и потом всю эту гадость пересушенную так, блядь, что сломаешь нахуй зубы, и похожую скорее не на мясо вовсе даже, а на кал окаменевший ископаемых овечек. Жрут счастливые, как дети. Лучше б стряпали из грязи пирожки и, блядь, котлеты. В плане жрачки те же яйца, только в профиль. А по сути, все намного гармоничнее и разумнее смотрелось. Типа дауны решили поиграть друг с другом в кухню. Все довольные смеются, все сидят в соплях от счастья. А потом пойдут играться в маму-папу. Или даже в подчиненных и начальство. Всем нормальным людям ясно, что смеяться над больными очень плохо. Пусть играют, из говна сосиски лепят. Только лучше их держать, блядь, за каким-нибудь забором. Чтоб детишек не пугали. И вообще, на всякий случай, не пускать на производство. В крайнем случае, в парламент. И пускай себе решают охуенные вопросы. Типа, кто за кем сначала выступать сегодня будет, выбирать кандидатуры, долго спорить за регламент. Так, глядишь, пройдет неделя, а за ней и месяц следом. Тут и время для каникул подоспеет незаметно. Я бы даже по червонцу отправлял им каждый месяц, чтобы они там заседали, жрали бы в своей столовой. Только б в люди не совались. Без того порой страшно, особливо если пьяный. Ночью шарится в потемках, что в Мадриде, что в Стамбуле, что в Берлине с Ливерпулем. Про Москву и Магаданы я вообще молчу тихонько. Значит, плов. Вообще-то плов – туча хуевых рецептов. Все их даже хуй запомнишь и готовить заебешься. Лучше, блядь, заполнить принцип одного из направлений пловотворчества узбеков. Настоящий плов пиздатым все равно тебе не сделать. Это надо брать барашка, сразу резать и готовить в казане с пиздатым рисом, сыпать грамотно приправы. В общем, проще, блядь, поехать и пожрать его на месте, где умелые узбеки, дорогого нахуй гостю, сами все сварганят ловко. Только кушай и не пукай. У тебя ж казана нету, и барашка хуй достанешь. Разве только у юнатов при какой-нибудь, блядь, школе. Поменять его на водку, в общем, нехуй напрягаться. Просто, блядь, сходи на рынок и баранины купи там, чтоб кусочки пожирнее. Если будет жир курдючник, ты купи его немного, а потом ищи приправы. Для тебя простейший способ. Если ты найдешь торговца явно не из Подмосковья, попросить нижайше. Дядя или тетя, кто уж будет, я студент тупой, как пробка. Окажите мне любезность, подберите мне придурку. Все, что, блядь, для плова надо. И любой нормальный дядя скажет: «Вах, не беспокойся!» И начнет в пакет хуячить всяких разных прибамбасов. Если дядя будет добрый, то легко тебе расскажет, что он складывает бойко. И запомнив это нахуй, ты потом легко сумеешь сам собрать такое дело. Если дядь и тетя с усами не увидишь за прилавком, а увидишь толстую бабу из пельмени Бобруйска, не проси ее, не надо. Не испытывай судьбу, блядь. Ведь она всего скорее в этих ебаных приправах разбирается не больше, чем свинья в комплексных числах. Или, блядь, кватерионах. И всерьез считает плов дробь с говяжьей тушенкой. Значит так, возьми шафрана. Он обычно, сука, дорог. Если денег очень мало, куркумы, по крайней мере. Также ягод Барбариса. Есть еще хуйня такая, типа семечек укропа, называется зира, блядь. Розмарин, конечно, в тему.
красным перцем осторожней. Если дохуя насыпешь, жрать все это можно будет, только если все ебало вплоть до самого желудка обернуть презервативом. Но таких, пардон, изделий мне в продаже не встречалось. Перечисленное выше. Обязательные штуки. Да еще, пожалуй, нужен красный, только сладкий перец. Дальше можно изгаляться с кориандром и шалфеем. Лист лавровый не помеха, корень имбиря опять же. Можно также нахуячить чуть мускатного ореха. В общем, тут тебе свобода, как научишься в основе. Вспомнишь сам, что есть гранаты, сливы, тот же можжевельник, тыквы, финики и много есть чего на белом свете, что при грамотном подходе в пломбе будет охуенно. А тушенку с клейкой кашей пусть едят олени в тундре, если ягеля не хватит. Или просто нехуй делать. В общем, мясо и приправы у тебя уже на кухне. Хули с этим дальше делать, ты, естественно, не знаешь. Не волнуйся, хлопни водки, и пока она всосется, поищи сперва посуду, что-нибудь жаровни типа. Лучше с толстыми краями и какой-нибудь крышкой. Сковородки и кастрюли менее всего годятся. И ебучий жир бараний в ней стопи и выкинь шкварки. Руби кусками мяса. Если это, скажем, грудка, что бесспорно заебата, то хуярь с костями вместе и кидай свою жаровню с раскаленным нахуй жиром. А теперь бери морковки. Но не три ее на терке. А уж если резать вилы, три хотя бы на корейской. Чтоб красивую соломкой все смотрелось, а не кашей. Лук хуяч на полукольца, не жалей, почикай много. И когда воды в кастрюле не останется нисколько, в смысле сока, что вначале много вытечет из мяса, лук с морковкой пообжарь, блять, но слегка, туда же кинув, и тогда пора настанет для приправ и, собственно, риса, что, конечно, блять, помытый и в воде замочен теплый. 2 часа уж как томится в ожидании твоих действий. Кстати, рис какой попало, не бери, а в той же лавке, где приправы брало мясо, разузнай про специальный пловный рис. На крайний случай можешь сделать золотистым. Но смотри, чтоб зерна были подлиннее, чем обычно. В общем так, хуяч приправы, соли тоже сыпь по вкусу, засыпайся нахуй рисом. На кило примерно мяса я обычно 2 стакана или 3 порой кидаю. И, конечно, ты подумал, вспомнишь снова нахуй детство, что теперь ты все просек, блядь, и уже с довольной харей собираешься хуярить 2 ведра воды в жаровню, чтоб, закрыв все этой крышкой, через полчаса захавать той же самой блядской каши, про которую писал я для примера, как не надо никогда, блядь, нахуй делать. Тебе же буквы похуй, ты же, блядь, венец творения. Да хуя не впизна умный, непростые, сука, вещи, прямо на лету хватаешь. В общем, если в самом деле ты туда воды въебашил, то купи себе галоши и одень их сразу обе на свою тупую тыкву. Потому что в ней мозгов, блядь, как в ногах, и даже меньше. Так что будет справедливо приспособить ее к бегу. И никто тогда не будет говорить тебе советов, потому как безголовым и трехногим долбоебом можно только удивляться, ибо слов не понимает. Если все же ты поставил свои ведра нахуй на пол и считаешь с удивлением, что же надо делать дальше, делать вот что. Для начала разровняй весь рис пиздато, а потом, блядь, тонкой струйкой по ножу или по стенке лей воды, чтоб еле-еле прикрывало рис. И крышкой закрывай, огонь убавив до разумного предела. Чуть попозже можно дырок в этом рисе понаделать, если уж совсем не имется заодно. Увидев дырку, что вода уже съебалась и на ней лишь жир бараний, выключай свою плиту, блядь, размешай все равномерно и оставь стоять под крышкой где-нибудь 20 минут. То, что будет в результате, тоже лишь напоминание, лишь аллюзия на пищу, называемую плов. И любой туркменский дятел рассмеется тебе в харю, если ты под видом плова дашь ему свое творение. Но у нас в стране суровой, в кабаках с дизайном стрёмным,
в многочисленных столовых по заснеженным равнинам, на, блядь, тысячи километров пораскиданных нелепо, ты отведаешь такого, что, освоив мой рецептец, ты начнешь однажды думать, что твоя родная бабка очень даже, блядь, возможно, в пору молодости бурной позабавилась с узбеком, и азербайджанских генов в ДНК твою внесла, блядь. И теперь по зову предков ты хуячишься по рынкам, и шафран какой попало, хуй тебе уже подсунешь. Есть еще рецептов много. Этот самый распростецкий, но рецепт, а даже принцип, направление для мыслей. Раз освоив это дело, ты потом без лишней спешки сможешь просто приготовить плов из курицы, к примеру. Он хорош бывает с тыквой и, понятно, с абрикосом. Кролик может пригодиться. И вообще, такую штуку можно сделать и без мяса. Я, конечно, не любитель, как ты понял. Вместо жира на оливковом, блядь, масле. Так что кушай на здоровье. Приглашай друзей побольше. Девки, кстати, все хуеют, обнаружив в плове дыню. И влюбленными глазами начинают часто хлопать. Только если плов бараний, то тогда от этих взглядов, дабы хватом показаться, ты холодненького пива наебнешь красиво залпом. Или винчика сухого, охлажденного пиздата. Но, конечно, позабавишь этим ты не только девок, но и сам поразвлечешься. Правда, вот насчет поебки я бы сильно усомнился. Почему? Ха, ты попробуй. Так что, если хочешь ебли, пей зеленый чай горячий. А портвейна в этой жизни на твою печенку хватит.